Привет, ребята, покажу наши покупочки за последнее время. Начнем с суперквеста в поисках сокровищ дракона, 18 карточек с заданиями и подсказки. Он идет от умные игры, возраст 5+, приключения не выходя из дома. Нравится мне, что в коробке вот такая вот картонка вставлена, для того, чтобы не расплющилась коробка при транспортировке. В наборе инструкция, куда как какую карточку разложить и как сам квест организовать. Также идут карточки с заданиями. Вот так вот они выглядят. Здесь вот филворд, ребусы. Понравились мне задания здесь. Филворд тоже. На профилактику зеркаления букв. Тут нужно найти буквы, которые правильно написаны, и из них составить слово. Вот такого плана. И к каждой карточке с заданиями идет фрагмент карты. Василиса ее уже собрала. Вот такого вот плана фрагментики. И в конце, в последней карточке, задание, что ребенок должен собрать карту. И вот Василисочка собрала. Сейчас вам покажу. Вот она, эта карта. Вот. Да, молодец. Очень ловко, быстро она ее собрала, умничка. Тебе понравился квест? Да, интересно. Мне тоже понравился, прям, ну, кто любит квесты, рекомендую. Мы любим, часто делаем. И за квест у Василисы был подарочек в конце. Вот такая вот книжка «Год настройки». У нее есть из этой серии «Год в стране чудес», «Год в лесу» и «Год в замке». «Год в замке», да. Она любит эту серию Вимельбухов от Клевер. Прям, ну, и мне тоже, на самом деле, самой нравится. Здесь классно то, что машинки, они, знаете, как из мультика «Тачки». На самом деле, в последнее время у Василисы интерес к этим героям, хотя сам мультик она не смотрела. Но вот, например, на днях она попросила папу, и он ей распечатал машинку из этого мультика. Она прям попросила из мультика «Тачки», но откуда она их знает. Вот, и разукрашивает. Что было удивительно, она не очень любит разукрашивать. Вот, мне понравилось, вот такие живые машинки с глазками. Вот, тут даже вот у них душевая кабинка у этих машинок. Чтобы вспотеть или помыться. Ну, или испачкались. Да. Понравился мне этот Вимельбух. В принципе, мне нравится вся эта серия. Вот, год в, год на. Вот, такого плана здесь на целый год. У них еще прикольно, что у них рабочие кепочки на голову. Да, да, они все строители. У нас будет в профессиях, одна из профессий это строитель. И вот нам это прям подойдет. Декабрь, у них даже дерево наряжено гирляндами и елка, да. Да, и свинку. Вот. Ой, здесь прикольно, смотрите, робот. Какая машинка, робот. Это супер робот. Ух ты. Ну, в общем, прям классно. И нам, и в тему занятий, и Василиса любит эту серию, ей как дополнение. Классно. Успеют ли Квадро и его команда в срок? Я думаю, что успеют, да, малышка? Угу. Так, также к профессиям у нас будет несколько профессий, касаемых сферы дизайна, и в том числе и дизайн интернета, ландшафтный дизайнер еще будет. В общем, все вам, ой, извините, пожалуйста, все вам покажем, все поделимся. И здесь вот супер наклейки дизайнер интерьера. Это из классной серии от Махаон. Здесь много всяких разных есть. Вот я думаю, еще какие-то Василисе заказать. Она когда увидела, только пришло, вот это такое хочу, сразу вот у нее эту. Тут, да, список, какие вот она хочет, вот но еще не заказывала. Вот, здесь классно, здесь что, во-первых, качество само махаоновское, я прям люблю их энциклопедии, вы знаете, и вот пособия тоже, хорошие наклейки. Русские игрушки. Да, все цивилизации помнят. Вот, и иллюстрации мне здесь понравились, как получается вот это вот наклеечки, наклеек много. Ух ты! Да, много. И потом вот то, что нужно для дизайн подушки сделать, кухня в стиле ретро, студия дизайна, предметный интерьер, восточный сад. Ну, кстати, восточный сад нам на ландшафтного дизайнера подойдет. Домик у моря. Цветочек дизайна. Что ты найдешь в этой книге? Гостиная. Ну, в общем, прям здорово. Мне понравилось. И она, кстати, такая вот, ну, не тоненькая, толстенькая. И плотные листики. Читаем и играем.
Так, дальше. А еще что взяли? О, веселый активити про собак. У нас есть веселый активити про кошек. Вот я решила взять Василисе про собак. Она любит тему с кошками и собаками. Вот. Ну, тут клеверовские иллюстрации. Вот собачки прикольные. Такого плана задания. Да, собачки. Ребенок у меня любит. О, колбасу режет. Люблю колбасу. Лакомство. Найди всех. Ну, в общем, классно. И оно вот, ну, примерно такой толщины тоже, кстати, нормально, не прям совсем тоненькое. Понравился мне этот вот лабиринт головоломок и рисовалок. Он, видите, меньше формата А4. Вот. Такая вот малютка, но удобно брать куда-то с собой. Василиса у меня любит пособие вот такого вот типа, как блокнотики. Да. Здесь такого вот плана задания. Вот, кстати, замок красивый. Хорошие задания, тоже мне понравились. Классно. Разного плана. Хорошенькие прям. Симпатичные. Ёжик нарисовать там было. Да. Шапочки. Угу. Пандочки. Вот. Вот так. Мишку. Хорошие. А дальше. А вот такая вот пособие рисуем пальчиками и ладошками веселые человечки. Заказала по наводке девочек с моего телеграм-канала. Очень люблю рисовать чата. Пальцами. Да, у нас есть, показывали вам буквально вчера пособие, где вот динозавры и другие животные с пальчиками тоже. Здесь вот такого принципа не для малышей. Вот, потому что Василиса любит. Да, пальчиками рисовать. О, и здесь вот такого плана, здесь какое-то описание есть. Это волшебник. Последовательность, как сделать. Вот повар, например, нам на профессии подойдет, сделаем. Угу. Пират. Пират, великан, как? Король и королева. Но здесь вот нужно не в самом пособии работать, а так же, как и у клевера. Там с одной стороны в пособии работаешь, а с другой стороны на листике рядом. Показывала вчера в обзорах, посмотрите там. А кто это? Дикарка в юбке из травы. Ну, какой-то с острова. Тоже понравилось мне. Их тут целая серия. Ну, вот я захотела веселые человечки. Может быть, потом возьмем вот какие-то другие. Вот. Волшебная история? Да. Ну, посмотрим, ладно. Так, определяем время по часам. От клевер взяла. Обучение в сказках. Вы знаете, что мы сейчас адаптируем в жизнь тему часы. Потому что бывают какие-то трудности, сложности и путаницы. Вот. Мне оно понравилось. Такой приятный цвет иллюстраций. Сами иллюстрации приятные. И задания хорошие, как пользоваться часами. Вот, минуты. Вот знаете, тоже вот у Василисочки то она прям хорошо определяет, то начинается какая-то путаница. Вот, 15 минут и без 15. К ним идут вот наклеечки с часиками и это что? Поощрительные какие-то награды, да. Вот, она такое тоже толстенькое, симпатичное. Хочу его пройти с Василисой, ну, последовательно. Какие у нас есть, закончим, потом к этому приступим. Может быть, сейчас вот закончим от Петерсон, потом вот его пройдем. А потом закончим от Кумона. Начнем, где минуты уже. Ну, классно, да. Вот тут, кстати, рыцари, драконы. Жук-рыцарь, кстати, смотри. Прикольно, тут улитки, жучки всякие. Прям симпатичные. Лягушки, мышки, черепашки. Хорошенькое такое пособие. Понравилось мне. В общем, взяли. Взяла вот такой вот дневник изобретателя, 31 письмо. Василисочка любит получать письма, у них переписка с гномиком Гошей уже давно, и она ему отправляет, и он ей присылает. И вот здесь вот научные письма, вот письмо один, и здесь какая-то идет задание, лабораторное исследование. В общем, такую тему хочу нам вести, попробовать на науку. Читать, проходить. Вот. Такого плана здесь задания мне понравились.
Вообще тема с письмами, конечно, это, ну, такое интересно всегда. Добавляет какого-то азарта. Вот. И вот такие вот письма от Вани Вопроскина. Кстати, нам на сортировку мусора, да, на эколога. Угу. Вот. Хорошая, понравилась. Думаю, что вот начнем даже на этой неделе. Либо на следующий. Так, и вот такой вот веселый активити для маленьких принцесс тоже мне очень понравилось. Принцесса. Здесь, да, да. Здесь интересно, что такие необычные для клевера иллюстрации. Ой, не, нестандартные, как у них обычно. Немножко не их стиль, но мне понравились. Классные. Голубой кошка. Кот. Да, и он такой, видишь, смешной. Русалка. Вот. Это прям сразу мне бросилось в глаза. Ой, мам, смотри, у нас такие есть карта, где играть, и вот такая уже ведьмочка нарисована. Ага. Вот, такие очень красивые иллюстрации, тоже мне понравились. Зеленый. Стиль такой, но необычный для клевера. О, монстрики, я люблю рисовать. Зайчики, блин, единорожки, блин. Вот, вот эти цветы мне очень понравились, прям такие красивые. Розы. Тут найти отличия, кстати. Угу. Единорожек. Да, очень приятные иллюстрации. Вот это вот мы с Василисой оставим на группы растений. Смотрите, какие красивые мухоморчики. У меня, кстати, есть еще купленные, давно лежат деревянные мухоморчики. Тоже на группы растений нам. Динозавры. Да, тут, смотрите, маяк. Какой красивый. Ну, в общем, прям мне очень понравилось по оформлению иллюстраций. Это пособие классное. Вот. Принцесс. Гипсовых фигурок взяла Василисе. Для просто расписывания. В наборе идет кисточка. Да, Василиса? Хочу одну фигурку раскрасить сейчас. Хорошо. Давай раскрась. Договорились. Кисточка идет в наборе. Краски, акварель, медовая, Сималенда. Вот такие вот здесь цвета. Похоже на мед. Похоже на мед, да? Да. Так, и здорово, что каждая фигурка, она упакована в пупырку здесь. И вот здесь совушка. Угу. Ночь ее надувает в окно. Лягушка. В болото. Ква-ква. В подарок положили бегемотика. Еще тут эти в подарок были наклейки, но Василиса их уже проклеила. И Симба. В подарок Симба. Лев в короне. Тоже это, ну, от производителя, да? Подарочек. Но как бы изначально они не шли в наборе, не положили. Лиса чудесная. Твоя любовь. Да. А у папы вараны любимые. Белочка. Такие очаровательные фигурки. Кого ты хочешь раскрасить? Выбирай. Да, я. Симбу, наверное. Ёжик. Прекрасный. Ёжик. И черепаха Тортилла в очках. Вот. Такие у нас были покупочки за последнее время. Всем хороших занимашек и пока-пока. Пока-пока. Я хочу белый.